Мы пришли все в Кабельпорт. Тут будет интересное событие. Рок-хиты на крыше. Не была никогда на таком. На крыше тут тоже не была, поэтому иду и беру вас с собой. Раньше тут делали кабель, поэтому в напоминание потомкам стоят вот такие вот осветительные приборы на катушках. Сейчас это модное место, модное пространство, такое же, как Новая Голландия. Кстати, рядом еще тоже открылось одно из таких последних новых пространств. Это Брусеницин, если я сейчас правильно произношу. Но там еще все менее развито, чем здесь. Оказывается, так, новые новости. Такие инсталляции в Москве я видела. Интересненько. Так вот, новые новости. Оказывается, все-таки концерт будет не все в Кабеле на крыше, а в Брусеницине на крыше. Крыша Roof Place. Идем теперь по набережной. Ну, сейчас мы на нее выйдем и пойдем по набережной. Тут, конечно, заброшки не хуже, чем в Твери. Хотя тут и не заброшки. На вид такой, конечно. Арт-объект. Такие вот виды. В общем, нас почему-то не пустили напрямую к дороге. Сказали, идите обходить через внутренний двор. А это еще, как говорится, для бешеной собаки 3 километра не крюк получается. Пришли на территорию Брусницин. Культурный центр Брусницин. Все никак не могу его произнести нормально. Но ничего, думаю, научусь как-нибудь. Тут вот интересненько, конечно. А это значит, что целых 2 часа мы будем для вас играть самые лучшие, самые известные рок-хиты. Это будут как и мировые, заграничные рок-хиты, так и, конечно же, наши. На нашем концерте, как обычно, можно все лучше всего танцевать и петь.